Начало лога вот такое. Последние два дня четверти. Вторая четверть. Я ненавижу вторую четверть. Это просто... Ой. Даша, путешественница, готова идти. Я пришла одна из самых первых, что крайне странно. Первым уроком у нас химия. Арина решила на химию. Видимо, да. Маша снимает его. Я иду стороной сниму. Сейчас мы снимем сцену, как мы обнимаемся, потому что Маша снимала не той стороной. Дубль два, ребят. Попытка номер два. Ну? Ребят, это мои друзья. Привет, Кристина. Какая максимально непосторонняя. Максимально быстро. iPhone 13 и Pro Max только купили. Не, меня нет. Поправляю. Где Маша? Ее нет, она только что стояла вот здесь, а теперь это постановочный урок получается. У меня остался один урок по физике, но мне нужно заработать 3 пятерки, чтобы вышло 5 в четверти. А я останусь на 2-й год. На весь интернет пожаловалась, молодец. Да. А я опозорилась. Вот вам проблема, отличница. Началась сирена. Зачерку уголку. Сегодня утром у меня я забыла помыть голову, короче. Она забыла помыть голову. Это трэш. Короче, я решила воспользоваться сухим шампунем. Тут было все гладко на корнях, а тут вот так вот я была прям пушистая. Я подумала, типа, 7:37. Почему бы и нет, как бы? Они не до конца высушились. Просто трэш. Я же говорю, я просыпаюсь, у меня, я левым ухом ничего не слышу. Я совершенно левым ухом ничего не слышу, у меня тут болит, у меня левое колено очень сильно болит. Короче, женщина, очень не берите варенье. Что делают из людей инвалидов? У нас культ чокнутый. А теперь Машин канал стал моим каналом. Мы с вами будем сниматься АСМР. Она сказала, что она это вырежет. Замешал ты питбуль с живчиком. Физика. Смерть. Педофилка. Дабстеп-молитва. Дабстеп-молитва. Мы снимаем дабстеп. Дабстеп-молитва. Ты снимаешь? Я снимаю. Миньон. Расскажи впечатление про физику. У вас была физика. Это был капец. Расскажи, просто, пожалуйста. Просто ужас, я решила одну задачу и сидела все оставшееся время, смотрела, как они решают задачу. Но мы ничего не сделали, но что-то сделали. Надеемся на тройку, как обычно. Сейчас будет ОБЖ. Мы очень ждем ОБЖ, потому что ОБЖ нам выставят на 10 халявные оценки. Я себе последний по 10, и ни у кого нет оценок вообще от нуля. Хватит кривляться на камеру. Я не кривляюсь, это мое обычное поведение. Дамы и господа, мы подходим к первому экспонату. Вы можете... Что же? Эльнур на это написала. Что она написала? Написала Настя запятание. Страшно. Продолжаем. Так вот, наш первый экспонат – это новогодний венок. Лот номер пахнет ничем. 1. Начальная ставка 200 рублей. Итак, кто-то больше. Сколько дашь? Кому тебе? Сейчас подходит одноклассница и передает, что физичка нам поставит обеим 5 в любом случае, даже если мы сегодня написали плохо работы. Merry Christmas and Happy New Year. Тут сейчас уже нам конец. Ой, да я покажу, где мы сидим. Да что? Мы нашли закладку в школе. Сови не слово, меня заблокируют за такое слово. Ну, закладки, знаете, в книге клуб? Агрессивно. Мы коренные петербуржцы. Поднеси микрофончик. АСМР. Скрипыш. Brawl Stars. Это ТикТок. Я вчера вернулась из Милана. На линии подружка из Милана. Я сегодня не бежала. Мне телефон. Мне ОБЖ надо. Спасибо. Сегодня у нас обед.
перекус таксиста чек. Сейчас 9 вечера, я обычно в это время начинаю делать уроки. Что я делала до этого, я сидела в ТикТоке. Я так не хочу ничего делать. Господи, это просто... Интересный факт. В школе я потеряла лупинал. Я его просто оставила. Еще завтра я принесу подарки девочкам. Вот, мы типа обмениваемся подарком. Плюс у меня через неделю день рождения. Спустя миллион лет я закончила. Сейчас уже идет первый час ночи. Я закончила достаточно рано. Я подготовила девочкам подарки. Сейчас только 2 часа ночи, поэтому я ложусь спать. Я считаю, ложиться рано это очень полезно для организма. И крайне не понимаю людей, которые ложатся позже. Сейчас я надену вот такие вот линзы. Пока я надевала линзы, уже столько произошло, я уже успела поесть, увлажнить лицо. Я не помню, где что у меня лежит. Такой результат мы имеем. Достаточно нюдово. Мое лицо просто настолько сухое, что я перемазала его раз 50 всеми кремами, которыми только есть. Даже вот этот супер детский, вот этот, и то он справился. Ну так, знаете, ну так. Прошло 500 миллионов лет, я до сих пор иду. Если не пришла раньше. Эта погода просто отвратительная. Что это такое? Я очень рада, что на улице 1 градус. Поэтому это все оправдывает. У нас сейчас физкультура, я пришла самая первая. Оцените, пожалуйста, физкультурное помещение вон там. Это выглядит очень грустно. Там, мне кажется, людей убивают. У меня все испачкалось. Просто отстой. Так, Машин канал стал моим. Извините за технические неполадки. День Итак, второй. Да, день два, день два. Сегодня у нас в команде пополнение. Вогер плюс один. Меня тоже добавили, да? Все такие капельные. Посмотрите, какая няшка. Камера кривая, ну поправь. Слушай, не боюсь, я за тебя снимаю. Ты мне еще что-то предъявляешь. Что со светом? А тут всегда плохой свет. Ой, сори, сори, братья. Вот здесь хорошо? Получше. Пойдем. Тут 5 опасных. А пора сказать, что ты делаешь. Всем привет! С вами 24. Билик, Камиков, Серега. И сегодня второй день танца NPC. С вами Хана Элеу. Это было очень жестко. В переднем кресле Мерседеса Бенса сидит моя принцесса, напевая мои песни. Не так давно мы вместе, куражим, если честно. Я искал пошлю. Мой папа очень мудрый, я всегда сейчас. А я влезу в твой блог, Маша. Привет. Привет. У меня есть друзья. Я люблю тебя, Маша. Ребята, смотрите, это рамен. Это рамен. Он выглядит очень эстетично. Фунчоза. У всех фунчоза. Сейчас начнется тайны Санты, разоблачения. Я не участвую. Но пришла Ольга Валерьяновна. Честница по английскому нашей группы. Я надеюсь, она не заберет нас. У нас последний урок должен быть. Если поставить здесь грустный эффект. Все, жизнь прекрасна. Мне поставили 4 в четверти по физике палки. Я думала, что все, тройки. Я просто попала. Кристина нас решила. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day. Вот, у нас обнимашки. Я счастлива, я просто самый счастливый человек в мире. У нас... Ой. Мы вообще... Пузик выглядишь. Пиши. Снимай меня, снимай.
Блять, у меня одышка. Уважаемые фанаты Мирби, оцените, пожалуйста. Это Мирби. Бежим, 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 бежим. Я его уроню, если буду бежать. Это кьют, тут выпи. Так интересно, кто хочет подарок. Хочу снять. Кристина, 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 можно снять этот подарок? Подарю. Это тебе. Это тебе. Ой, спасибо большое. Это благотворительный фонд для Маши. Набор Маши, набор Алисы. Чисто треугольник по геометрии. Мы идем с девочками домой, и там какой-то трэш. А, смотрите, там, короче, Дед Мороз.